Добрый вечер, уважаемые коллеги. Мы начинаем наш вебинар. Напишите, пожалуйста, хорошо ли вы меня видите и слышите. И если можно, напишите, откуда вы нас смотрите. Потому что всегда приятно знать не только какой регион, но и, например, который час у вас. Утром, например, у нас были участники из двух стран, из России и из Белоруссии. Кто-то спрашивает, пошло ли? Да, добрый вечер, вечер, пишут, Оренбург. Замечательно. И, кстати, коллеги, есть ли у нас кто-то, кто в вебинаре участвует впервые? Если вы в первый раз участвуете, напишите, пожалуйста, что в первый раз. Я тогда чуть подробнее какие-то моменты скажу. Но, тем не менее, даже для тех, кто не в первый раз, вебинар у нас сегодня продлится примерно час. Длительность плюс-минус несколько минут, она зависит от того, какие у нас будут реакции, сколько вопросов, как быстро мы какие-то задания будем выполнять. Итак, у нас Оренбург, Новосибирск, Омск, Воронеж. Очень приятно. И в конце вебинара вы все получите сертификаты. Кроме того, я скажу, как можно будет при желании приобрести одно интересное пособие учебное со скидкой в 10%. Я про это расскажу тоже. Ну и другие некоторые полезные вещи, которые могут быть нам интересны. Ну что ж, коллеги, если готовы, то давайте начинать. Тема у нас вебинара звучит таким образом. Развивающие задания, стихи и песни для начальной школы. Мы поговорим о развитии ребенка в целом и, соответственно, как понятно из названия, мы будем говорить и о приемах конкретных, приемах, упражнениях, конкретных заданиях, которые помогают развивать ребенка. Но прежде чем об этом говорить, давайте мы с вами посмотрим, что же вообще понятие развития детей включает. Кстати, коллеги, обратите, пожалуйста, внимание, для тех, кто у нас не в первый раз, вы наверняка заметили, что у нас изменился дизайн самой площадки для вебинаров. Мы подключились к более современному варианту. Он лучше работает, быстрее, надежнее, так что в целом будет удобнее. И, в принципе, мы несколько вебинаров уже провели на этой площадке. Проблем со звуком, в отличие от предыдущей, не возникало практически ни у кого-то. Но я хотел обратить ваше внимание вот на что, коллеги. У вас есть чат. Вы можете чат скрыть, и тогда изображение лектора будет справа. Но каждый раз, даже если чат скроете, когда будут в нем появляться новые сообщения, вы на несколько секунд буквально увидите текст этого сообщения. Вы всегда можете чат открыть. Либо, если у вас чат сейчас скрыт у кого-то, такое тоже бывает. Вверху вебинара есть панель управления, если вы подниметесь мышкой и поверху проведете. И там есть кнопочка «Чат». Если вы не нажимаете, чат у вас появится. То есть так будет удобнее. Так, коллеги, у кого-то видео пропало? Давайте проверим. И у кого нет звука? Так, я сейчас разговариваю. Вы меня слышите, коллеги? Или нет звука? Так, слышите, Юлия Дмитриева пишет, слышу. Вопросы с флешплеером, разрешениях. Ну, хорошо. Ладно, коллеги, спасибо вам за помощь. Тогда подсказывайте, потому что если меня не слышат, то я, соответственно, и не смогу никакой помощи оказать. Итак, развитие детей. Из чего оно складывается? Несколько важнейших аспектов. Во-первых, это развитие мышления прежде всего. Это умение анализа, это умение синтеза, логики и критического мышления. Зачем они нужны и что это такое? Умение анализа – это понять, из каких частей состоит целое. Это задание и на категоризацию, например, мы сейчас на них посмотрим. Это могут быть задания в картинках, например, «собери пазл». Это скорее синтез. Или какой не хватает здесь черточки или точки или рисунка и прочее. Развитие логики. Логическое мышление – это задание в основном «продолжи ряд». Скажи, какое здесь слово должно быть следующее. Скажи, какая картинка должна быть следующая. А вот, например, анализ – это скорее «odd one out» – слова, какое слово лишнее. И развитие критического мышления. Критическое мышление очень нужно для подростков, в том числе, не только для маленьких детей, но для подростков еще больше для взрослых людей. Для того, чтобы, например, быть в состоянии оценить, какие события или информация важна, какая информация не очень важна. Например, одной из проблем у подростков, которая частая очень, к сожалению, одна из проблем заключается в том, что подростки не умеют ранжировать, они не умеют выделять для себя главное. И главную мысль в абзаце им трудно выделить. И когда им говоришь «сначала сделай вот это, потом сделай то», они могут сделать совершенно наоборот. Не потому, что они глупые, не потому, что они как-то по-другому специально не так делают.
а просто потому, что, как выяснили психологи, у них есть такая особенность функционирования мозга. Они пока еще не научились отличать важное от неважного. Поэтому если у подростка несколько дел разных, так, коллеги, если нет звука, давайте сделаем так. Я сейчас попрошу моего коллегу помочь. Я сейчас поставлю буквально на несколько секунд вебинар на паузу. Хорошо? И мы попробуем разобраться. Не пугайтесь, что сейчас появится пауза. Уважаемые коллеги, мы сейчас попытаемся продолжить вебинар. Мы посмотрели, что можно исправить. Скажите, пожалуйста, вы меня видите и слышите? Так, есть. Тамара пишет. Есть. Ну что ж. Давайте мы тогда будем продолжать. Я надеюсь, что ситуация у нас сейчас исправится. Тем не менее, если будут возникать проблемы, пишите, пожалуйста. Итак, коллеги, вот кто-то пишет, нет звука опять. Так, надо бы громкость проверить. Ну что ж, коллеги, будем продолжать. Если мы что-то сможем сделать, мы сделаем. Но есть ощущение, что это все-таки, если большинство слышит, это проблема не с вебинаром, это проблема на конечном пункте приема. Итак, мы говорили о развитии мышления. О развитии критического мышления в том числе, и говорили о том, что, например, подростки, к сожалению, не умеют отделять важное от неважного. И если подростка поставить перед выбором из нескольких дел, некоторые дела абсолютно не важны, другие дела могут иметь критическое значение для подготовки к экзамену, подростку будет крайне трудно определиться, с чего начать. И основы критического мышления и логики, они точно так же закладываются и в самом начале. Развитие моторики. Это и развитие мелкой моторики, то, что мы рукой можем делать, где работает кисть, пальцы и прочее. И это развитие крупной моторики, где мы работаем всем телом. Эмоциональное развитие – еще одна проблема. Дело в том, что дети очень часто не могут, к сожалению, оценить настроение человека. Проводился любопытный эксперимент. Этот эксперимент проводили ученые в разных странах, они его повторяли, он абсолютно воспроизводимой, пытались проверить вот что. Зависит ли наша интерпретация и наше понимание, того, что чувствует, что испытывает другой человек, зависит ли это от расы и от национальности. То есть в чем заключался эксперимент? Людям из разных стран, и европейцам, и африканцам, и людям из азиатских стран, и с юга, севера Европы и так далее, показывали фотографии людей других национальностей. И просили сказать, как вы считаете, какое настроение у этого человека. И оказалось, что мы все абсолютно легко, взрослые люди, считываем информацию об эмоциональном состоянии людей, вне зависимости от того, к какой национальности они принадлежат. То есть нам не важно, кто перед нами, китаец или человек из Нигерии, или, например, из Кореи, или Швеции, или еще откуда-то. Мы абсолютно одинаково сможем сказать, счастлив он или несчастлив, печальный он или веселый, задумчивый он или испуганный. А вот что интересно выявилось, оказывается, умение воспринять и считать эмоцию, понять эмоциональное состояние, очень сильно зависит от возраста, и дети просто не понимают. Бывают такие ситуации, например, представьте, может быть, и у вас такое бывало, вы ведете урок, вы проводите диктант, вы читаете какой-то текст, и какой-то ребенок постоянно отвлекается, занимается совершенно не тем, чем надо. Вы хотите его немножко приструнить, направить в более продуктивное русло, но если вы сейчас ему начнете делать замечания, то вы, во-первых, прервете текст, который вы читаете, и вы отвлечете других детей. Поэтому вы на него сурово смотрите, качаете головой, как же так же нельзя делать, и очень сердито смотрите. Ребенок смотрит на вас в ответ и продолжает заниматься тем, чем занимался. И, как правило, мы после этого думаем, какой нехороший ребенок, вот он, я же ему показываю, как он себя ведет неправильно, как он себя неправильно ведет, а он продолжает делать то же самое. Но вы знаете, проблема здесь как раз вот в чем. Это мы считаем, что показали. Но ребенок в плане эмоционального восприятия, он немножечко похож на радиоприемник. Пока радиоприемник не настроишь на волну, на которой идет трансляция, от него будет белый шум, ничего не получится. Поэтому и ребенок просто не понимает, он не может интерпретировать эмоцию, он не отличает, действительно вы сердиты, или вы недовольны, или вы довольны и прочее. Вот мы поговорим про эмоциональное развитие. Эстетическое развитие – это умение видеть красивое и это умение создавать красивое. Но развитие творческих способностей – это понятно. Знания об окружающем мире лежат в основе
развитие коммуникативной компетенции, как и многое другое. Уважаемые коллеги, те, у кого проблемы со звуком, напишите, пожалуйста. Наши специалисты пытаются понять, в чем причина проблем, и мы попытаемся исправить. Если у кого-то звук слишком громкий, у нас есть регулятор громкости звука, в том числе на компьютере. Просто убавьте механически из колонок. Давайте посмотрим на конкретные примеры упражнений. Какие задания могут нам помогать? Итак. Так, что-то у нас здесь. Одну секунду. Итак, какие задания могут нам помочь развить умение анализа? Это задание, например, следующее. Составь из деталей предметов одно целое, как я говорил. Найди лишнее слово в каждой группе слов. Это задание odd one out. Распредели слова в категории на основе указанного признака. Например, предметы мебели в эту колонку распишите, а предметы, а название комнат в другую колонку напишите. Или, например, распредели слова по столбикам в зависимости от правил чтения. Это тоже развитие умения анализа. Найди сходство и различия. Очень хороший пример, который пригодится не только в начальной школе, но он пригодится и для работы с детьми постарше, в том числе для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, это умение описывать картинку. Но здесь мы не просим детей описать, а мы даем описание, показываем картинку и говорим, найдите неточности в описании. То есть, что в этом описании неправильно. Его нужно прочитать, либо послушать, это может быть описание в виде аудиозаписи, посмотреть на картинку и попытаться найти, что же здесь было не так, решить головоломку и так далее. Задание на развитие логического мышления. Продолжи ряд слов или продолжи ряд предметов и объясни, почему продолжение именно такое. Задание на развитие мелкой моторики. Ну, здесь, в общем-то, все понятно. Это задание на рисование, это задание на поделки и прочее. А вот крупная моторика – это задание игры, которые включают движение. Например, мы не просто поем песню, но просим детей, каждый раз, когда ты произносишь такое-то слово, хлопни в ладоши. А когда ты слышишь вот такое-то слово, если, например, припев поет кто-то другой, топни ногой. Мы сейчас увидим, кстати, как это выглядит. Для эмоций нам нужны отдельно задания на определение эмоций. Это эмоциональное развитие, чтобы дети научились понимать вообще, какую эмоцию человек испытывает. И затем уже задание на выражение эмоций мимикой. Например, сделай что-нибудь со счастливым видом. Look sad. Say hi happily. Hi, hello. Say hi sadly. Oh, hi, hello. Покажи жестами, что ты очень рад. Wow. Или что-то очень печален, или в недоумении и прочее. Ну и, наконец, словами. Как себя чувствует этот человек? Например, опять же, если вы готовите детей к итоговой аттестации, в начальной или школе, если у вас картинки есть и описание картинок, к ОГЭ или к ЕГЭ, очень неплохо работает вот такое упражнение, которое включает в себя и задание на определение эмоций, и задание на выражение этих эмоций. Вы подбираете для учеников картинки, фотографии людей в разных эмоциональных состояниях и просите их сделать так называемые picture profiles. То есть вы просите детей не просто придумать, не просто сказать, сколько лет этому человеку, какое у него настроение и прочее. Но вы точно так же просите еще детей придумать, как зовут этих людей, сколько им лет, какая у них профессия, где они живут, что им нравится, что им не нравится. То есть картинки становятся опорой для рассказа, который придумывают сами дети, но они придумывают, опять же, исходя из эмоционального состояния изображенных людей. Далее, типы заданий на эстетическое развитие. Оно включает в себя и умение отличать красивое от безобразного. Показываем несколько картин, говорим, какая картинка самая красивая. Здесь, конечно, надо помнить, что восприятие всегда индивидуально. То, что красиво для одного, может быть не очень красивым для другого. Это умение видеть красивое в окружающем мире, и в природе, и в архитектуре, и так далее. Здесь уже очень сильно все зависит от иллюстративного ряда в учебнике или в учебном пособии. Умение видеть красивое в музыке, танце, это уже песни, которые мы используем, музыкальные моменты. Мы с вами послушаем сегодня несколько аудиофайлов, я скажу, где их бесплатно скачать можно. И, наконец, это умение создавать красивое. Это картинки для раскрашивания, это поделки, танец. И вот это становится мостиком для творческого развития, который включает в себя еще языковое творчество, а именно создание произведений различных жанров. Ну что ж, коллеги, давайте мы с вами как раз сейчас поговорим, уже перейдем к конкретным заданиям,
конкретным примером. И мы будем смотреть на задание на примере абсолютно новой книги Радислава Петровича Мейруда. Книга называется «Английский язык. Развивающие задания. Стихи и песни для начальной школы». Буквально два слова о том, что из себя эта книга представляет. Посмотрите, пожалуйста. Это пособие... Вот Татьяна, к сожалению, пишет, что ничего не слышно. Мы пытаемся решить эту проблему, но я боюсь, что это зависит не от того, не от площадки вебинара, а все-таки, может быть, от каких-то еще. То есть, судя по тому, как у нас работает все нормально. Итак, коллеги, давайте посмотрим на эту книгу. Она состоит из 10 юнитов. Ее можно использовать с любым учебником английского языка в любом классе в начальной школе. Но уровень сложности возрастает постепенно от юнита 1 к юниту 10. В этой книге есть ключи, что тоже важно, и в этой книге есть словарь. Но это словарь краткий, это активная лексика, а полный словарь и активный, и пассивный лексик англо-русский. Его можно скачать там же, где аудиоприложение. Я скажу, где его можно скачать. Вот давайте теперь посмотрим на примеры заданий развивающих и как они работают. То есть, как я уже говорил, еще раз про книгу, это 10 тематических разделов, причем жизненные ситуации детям понятны. Каждый раздел содержит словарь в картинках, но это не просто словарь, который можно вырезать, например, и вставить. Конечно, можно вырезать и отдельную подборку себе сделать, но это функциональный словарь, с ним мы работаем, мы сейчас увидим как. Там же есть упражнения для развития мышления, знакомства с окружающим миром, в этих же заданиях есть поделки, раскраски. Вот уже мои коллеги дают вам ссылку, вы видите, где можно скачать уже страницы, там почти целый юнит можно скачать, так что после вебинара, либо сейчас откройте в отдельной вкладке и скачайте, посмотрите. Там же есть поделки, раскраски, в этой же книге есть стихи и песни, игры, в том числе подвижные. И как я уже говорил, уровень сложности возрастает от первого юнита к следующему. И ключи к заданиям. К сожалению, мы не можем помочь, очевидно, Марине Тарасовой. Могу только сказать одно, что, к сожалению, что-то, видимо, не срабатывает с компьютером. Мы выложим видеозапись вебинара. Выложим ее, можно будет посмотреть в записи. Это вот единственное, чем мы можем здесь помочь. И ключи к заданиям. Итак, давайте посмотрим, что из себя представляет словарь в картинках. Есть разные типы упражнений. Например, вот с чего начинается юнит 5 «Традиционные праздники». Мы не просто смотрим на сюжетную картинку, но посмотрите, мы распределяем слова по колонкам. Например, Christmas season, Christmas food, Christmas tree, Christmas presents и Christmas celebrations. Вот посмотрите, что относится к Christmas season. У нас же есть за окном погода, у нас есть слова winter, мы видим справа за окошком, да, blizzard, метель, snow. Что у нас еще в Christmas season относится? Одни и те же слова могут попадать в разные категории. У нас, например, fireplace. Его же, в общем-то, зимой разводят камин обычно. Поэтому это действительно ко времени года относится. Это может быть и Christmas tree, и еще какие-то вещи. Christmas food мы учимся выделять. То есть мы эту лексику категоризируем. Мы не просто запоминаем картинку и слова, которые мы можем забыть, а мы систематизируем и знания об окружающем мире в том числе. А вот пример словаря с картинкой с совершенно другим видом задания. Это из раздела «Отдыхаем и веселимся». Посмотрите, вот здесь картинка более знакома детям, цирк. Цирк видели все, если не живьем, то видели по телевизору, видели в фильмах каких-то, в отличие от английского Рождества, которое нам менее знакомо. Поэтому здесь слова не подписаны к картинкам, а слова у нас даются в рамочках, и их нужно подписать к соответствующим картинкам. Но при этом посмотрите, пожалуйста, слова даются с транскрипцией, но они даются без перевода, потому что они потом будут использованы, они в словаре в переводе есть, поэтому где-то будет легко подписать, например, такие слова, как elephant, например, или clown, а где-то будет трудновато. Например, одним из последних слов, которые подпишут, останется слово ringmaster. Причем русский эквивалент, вернее, то, что в России используется, шпрехштальмейстер, это вряд ли детям поможет. Но зато можно объяснить, почему же ringmaster, потому что арена круглая, как кольцо ring, а тот, кто распоряжается, тот, кто хозяин, он как раз master и называется, по-английски даже проще окажется. То есть вот такое задание, это тоже развитие не только словарного запаса, но и мышления детей, развитие анализа. Как еще можно развивать умение анализа? Посмотрите, пожалуйста, вот на этот разворот. Мы видим упражнение номер 4, я его сейчас покажу крупнее, где надо найти в каждой строчке лишнее слово. Это очень интересное упражнение, и именно благодаря тому, что такого рода задания не всегда бывают однозначны. И эту неоднозначность можно использовать как раз для очень хорошей
работы. Вот Татьяна пишет, получилось ей звук. Татьяна, а напишите, пожалуйста, что вам помогло, чтобы звук у вас появился? Потому что ваш совет может пригодиться и другим коллегам. Ну а затем следующее упражнение. Посмотрите, перед тобой страна развлечений, пройди по ней, расскажи, что можно увидеть и что можно делать в каждом из городов этой страны. И у нас есть Yummy Town, Sports Town, Water Town, Fairy Tale Town и так далее, и так далее. Давайте мы с вами посмотрим на упражнение. Именно вот это развитие мышления и развитие умений анализа. Дети могут по-разному категоризировать и разные выводы делать. Давайте мы посмотрим на строчку A. У нас есть такие слова light bulb, у нас есть слово candle, torch и lightning. Как вы считаете, коллеги, что бы вы сказали бы, какое здесь слово в этой строчке лишнее, в строчке A? О, итак, замечательно, у кого-то звук появился, когда вошли через Google Chrome, у кого-то появилось, когда подвигали настройки громкости внизу, замечательно. Итак, вот Тамара пишет lightning, лишнее слово. Может быть, а почему lightning, лишнее слово? Как вы считаете? У кого-то light bulb было бы? Тут одно слово, light bulb, лампочка. Да, потому что lightning – это природное явление, а все остальное – это искусственное освещение. А как еще можно попробовать объяснить? Потому что дети могут разные примеры привести. Например, можно сказать так. Light bulb – лишнее слово, потому что и candle, и torch, и lightning – это живой огонь, а light bulb – это электричество. Как вы считаете, может такой быть вариант ответа? Он, наверное, тоже имеет право на существование, правда же? Но здесь для нас вот что главное, чтобы дети поняли, что это за слова, и чтобы они пытались поанализировать. Давайте строчку B посмотрим, какие здесь могут быть варианты ответа у детей. Слова sand, snow, towel, sun. Тоже как минимум два. У кого-то может быть towel, потому что все остальное к природе относится, и sand, и snow, и sun. Да? У кого-то может быть snow, потому что sand, towel, sun – это типичная ситуация, это мы на пляже. Правда же? То есть видите, как можно по-разному сделать такие варианты. То же самое egg, chocolate, brownie, biscuit. Та же самая ситуация. Кто-то скажет, например, что egg, потому что все остальное это виды десерта. Да? Кто-то может сказать, что, например, egg, chocolate и brownie, они все включают шоколад, например, может быть chocolate egg. Как вот эти вот киндер-сюрпризы и прочее, а печенье не обязательно шоколадное, и прочие-прочие варианты. Хотя, конечно, я согласен, здесь гораздо более однозначно, здесь egg у нас есть. То есть это упражнение, оно не сковывает детей, оно как раз стимулирует умение анализа. При том, чтобы как бы дети не категоризировали, все равно они это сделают только в том случае. Да, в ответах у нас snow, конечно же, это лишнее. Но есть разные варианты. Поэтому я к чему это говорю? Потому что если дети выдают не такой вариант, который у нас в ответах записан, давайте попросим объяснить почему. Потому что это упражнение выводит на обсуждение. Вообще есть два двигателя любой дискуссии. Первый двигатель – это information gap, когда у одного человека есть информация, у другого нет. У другого нет, и надо ей обменяться. Либо это opinion gap. Один человек считает вот так, другой считает вот так. Вот, уважаемый коллега Наталья Малышева, регулярный участник наших вебинаров, очень приятно вас видеть. Посмотрели в ответы. А у вас есть эта книга, как я понимаю, да? Если есть, то скажите, пожалуйста, какие у вас ощущения от этой книги? Попробовали вы ее уже или пока еще не пробовали? Вот еще один вариант. Во второй строчке три слова с одной буквы, а одно слово с другой. Может быть и так. Посмотрите, сколько уровней анализа, какая разная глубина и по внешним признакам, с какой буквы, и по коммуникативным ситуациям, в какой ситуации нам может потребоваться что-то, и по природным явлениям и прочее. То есть на самом деле какое богатое упражнение по коммуникативному выходу по работе со словами. Как вы считаете, полезное упражнение для детей именно в таком виде? Полезное. Это действительно развитие умений анализа. Но опять же, не просто так мы анализируем, а что тут такое, а вот когда нам надо выделить лишнее слово и объяснить, это начинает работать. Давайте посмотрим еще на пример развивающих упражнений. Вот такой разворот. Я сейчас покажу каждую страницу крупнее. Это тоже анализ. Но давайте мы посмотрим. Левая страница.
Вот такая вот здесь не только умение анализа, но еще и творческие способности. Мы находим животных, мы их называем, мы их можем сосчитать и обводим упражнения. Вот то, что пишет Анна, я прокомментирую. Часто применяю на уроках и контрольных такие задания. Я бы, знаете, я бы здесь особенно тщательно выбирал бы эти задания в контрольных, потому что на уроках это работает прекрасно, а в контрольных надо выбирать так, чтобы ответы были однозначные. То есть здесь зависит от цели. Если мы хотим сделать это упражнение стимулом к обсуждению, мы можем разные варианты ответов допускать. Если это контрольная работа, там, конечно, приходится думать о том, чтобы можно было проверить, насколько ребенок понял. Тогда более однозначные вещи. То есть сам принцип, сам тип упражнений может работать по-разному в разных ситуациях. Итак, вот упражнение, посмотрите, вернемся к нему, к этой странице. Найди и назови животных и обведи изображение. Вроде бы все простенько, но потом следующая строчка. Расскажи, что ты знаешь о них. А мы здесь, я скажу, поскольку вы всего юнита не знаете, мы здесь перед этим говорили в упражнении, где эти животные живут, кто-то в норе, кто-то в джунглях, кто-то в лесу и так далее. Поработали. Вот даже если посчитать, сколько здесь животных, не такая простая задача, потому что у нас есть и лев, и тигр, и слон, и жираф, и можно посмотреть, что есть еще. А вот следующая страничка, вроде бы тоже творчество, но оно немножко другое. Посмотрите упражнение. Посмотри на рисунок и скажи, как нужно исправить изображение. Опиши жизнь животных зимой, то есть где они зимой живут. И мы тогда говорим, например, что медведь ночью зимой спит, волк не лазит по деревьям. Заяц тоже спит, только он спит не в домике, а он живет в норе. И вот такие простые вещи у нас получаются. Конечно, творчество помогает расширить и словарный запас. Когда мы проходим тему, посмотрите, вот у нас внизу странички тема написана, когда мы говорим о продуктах и блюдах, мы не просто учим детей называть. Да, у нас был сначала словарь в картинках, мы посмотрели, какие слова. Но затем, посмотрите, у нас есть вот такое упражнение. Мы смотрим на игрушки, которые можно сделать поделки из овощей. Смотрим и говорим, называем предметы, из которых сделаны эти необычные блюда. Более того, это можно превратить в мини-проекты. Можно предложить детям дома придумать самим, либо просто сделать какую-то из таких игрушек, принести, показать, либо ее сфотографировать, просто показать. Можно, конечно, сделать и на уроке, но тогда учителю придется помочь сделать заготовки. Вот посмотрите, коллега пишет, что полистали, но сейчас каникулы, поэтому пока еще не применяли. Для задания необычно интересно, есть иллюстрации, фото, например, вот это удивительное и непривычное. Татьяна Владимировна спрашивает про сертификаты, высылаются ли. Коллеги, в конце вебинара будет ссылка и код. Вы код вводите и сертификат скачиваете сами. Это будет именной сертификат только на конкретного участника. Итак, посмотрите, вот можно сделать такие микропроекты, прямо микро. Можно сделать на уроке, можно сделать дома. Можно к какому-то празднику это все придумать. А вот у нас следующее упражнение, посмотрите, мы продолжаем говорить про еду, но что оно развивает? Оно развивает, с одной стороны, умение понять запрашиваемую информацию. То есть задание звучит следующим образом. Послушай и повтори стихотворение. Отметь продукты, о которых говорится стихотворение. Давайте мы с вами послушаем это стихотворение и попробуйте сказать, пожалуйста, коллеги, а для ваших учеников это стихотворение окажется трудным или посильным. Я сейчас запускаю его. Не пугайтесь, перед вами сейчас исчезнет слайд. Это нормальная ситуация, так и должно быть. Все в порядке. У всех картинка сменилась. Сменилась. Ну что ж, давайте тогда послушаем стихотворение. Nice green cucumbers and thick... Thick cream, hot, hot soup and white, white steam, thin, thin porridge and a little spoon, big, big pancake like a round moon, sunny side up eggs and fried, fried ham, sizzling, sizzling on the frying pan. Вот такое стихотворение. Как вы считаете, для ваших учеников в начальной школе оно по сложности простое ли, сложное, слишком простое может быть, нормальный уровень сложности? Вот Наталья Малышева раскрыла секрет. У нас с вами и песня будет, но и все стихи, и все песни, и музыка к этим песням написана автором. Их нигде больше вы не найдете. Это авторские стихи и песни.
Третий-четвертый класс вполне одолеет, я согласен. Оно совсем несложное. Его можно и прочитать, и вслед за диктором прочитать. Для второго может быть трудновато. Но опять же, посмотрите, мы же должны только слово услышать. Нам из строчки «nice green cucumbers» нужно услышать только слово «cucumbers». Правда же? Четвертый класс, конечно, справится. Я думаю, что не мудрено. Если сначала разобрать некоторые фразы, но у нас задание «послушай и отметь продукты, о которых говорится стихотворение». То есть нам не надо все стихотворение понять, нам главное проговорить вот эти вот вещи, а вверху они у нас есть в рамочке. Вот мы их таким образом разобрали и отмечаем. Здесь зависит от того, как мы планируем поработать с этим стихотворением. Хотим ли мы, чтобы они поняли все, или достаточно умения запрашиваемой информации развивать. Но потом, когда мы про эту еду поговорили, про продукты, у нас идет дальше продолжение. Например, посмотрите, у нас есть вот такая песня «Time to Eat». И мы здесь эту песню прочитали сначала, вернее, послушали, потом прочитали. Мы ее поем, подписываем картинки. Но мы не просто подписываем картинки, а мы будем говорить о том, что является английскими блюдами. То есть мы с окружающей средой, прошу прощения, не с окружающей средой здесь, а, конечно, с культурными аспектами знакомим. И вот у нас здесь и breakfast time, и dinner time, и supper time. Мы эту песню сейчас слушать не будем, мы другую послушаем. Просто обратите внимание, что в аудиозаписи есть песни и с певицей, есть песни из аудио и минусовка в формате караоке. И есть ноты. Так что здесь есть о чем поговорить, с чем поработать. Вот действительно, это можно взять в третьем-четвертом классе, причем можно и в конце года. Обратите внимание, ведь это можно взять и в дополнение к учебнику, для того, чтобы разнообразить. Это действительно, вот мне очень приятно, то, что вы говорите о том, что задание интересное. Это интересно делать ученикам, и это не скучно, это интересно делать учителю. Мы, когда эту книгу задумывали, и когда мы ее готовили к выпуску, мы как раз для нас одним из основных мерил того, что должно получиться, того, на что мы ориентировались, это как раз интерес. Сможет ли эта книга сделать более интересную работу? Причем это можно и, как я говорил, к учебнику, можно в неурочную деятельность вести, можно сделать просто развивающую программу. А уж описать, что развивается у детей, я думаю, после сегодняшнего вебинара очень легко. И посмотрите, аспекты межкультурной коммуникации. Это уже другой юнит. Вот мы сейчас смотрели про межкультурную коммуникацию, просто знание о других культурах, что такое английский завтрак, ужин и прочее. А сейчас мы смотрим это в теме праздники. Мы посмотрели, мы поговорили про Рождество. И вы это, кстати, тоже этот разворот можете скачать на сайте englishteachers.ru. Мы поговорили про Рождество, мы послушали стихотворение и заполнили пропуск. И у нас на каждый юнит есть, по крайней мере, одно стихотворение и одна песня. А затем мы учимся соотносить поздравления и открытки. И вот сейчас, кстати, Пасха была совсем недавно, поэтому, коллеги, вы, в принципе, можете взять и вот этот вот разворот с вашими учениками и попробовать поговорить с ними, что должно быть на каждой открытке. Дети тоже справятся, потому что на самом деле мы смотрим открытку, например, номер один «Happy Easter», и мы ищем текст. Дети увидели слово «Easter» в этом тексте. Какой у нас номер его? Я сейчас тоже ищу. Вернее, мы к тексту подписываем номер открытки. Это стихотворение третье сверху. И оно тоже довольно простое. Есть дети, которые поймут, потому что слово «Easter» нашли, самое сообразительное. А другие поймут из всего смысла стихотворения. «The grass is getting green. The sun is beginning to shine. Have a very happy Easter and enjoy the spring time». И мы можем спросить, какой из этих праздников весной, можем посмотреть на картинку, вот посмотрите, коллеги даже про отца выписали высказывание. Посмотрите, «Any man can be a father, a special man can be the dad. I love both, you and mother. Be wealthy, healthy, young and glad». Очень приятные поздравления на самом деле, причем здесь же можно еще и открытки своими руками делать. И вот то, что Анна пишет, примерно такие задания были в учебнике Биболетовой. Да, действительно, потому что идея-то, она не новая, но она полезна именно тем, что позволяет свежими глазами посмотреть, переосмыслить, может быть, некоторые праздники и прочее. И научиться детям понимать, что в тексте не обязательно искать только ключевые слова в заданиях на соотнесение. Можно посмотреть на картинку, это тоже опора. Можно посмотреть на заголовки. Многое-многое, что мы используем для того, чтобы помочь детям готовиться в том числе и к итоговой аттестации когда-нибудь, но сейчас у нас в начальной школе уже это есть. И точно так же, вот в том же юните, посмотрите, развитие творческих способностей. Мы делаем сувенир, новогоднее поздравление. Но как мы его делаем? У нас есть картинка, силуэт елочки,
И мы вписываем туда строчки поздравления. И вот то, что у нас есть эта елочка с разной длиной строками, она как раз и позволяет понять, как это стихотворение выстроить по ранжиру, эти строки. Потому что в противном случае, если просто дать сказать «напиши сам», варианты могут быть самые разные. Но довольно простой пример, но очень хорошо работает. Вот коллеги пишут, что вчера во время вебинара Алены Евгеньевны узнали про эту книгу и заинтересовались. Сейчас хотите приобрести. Коллеги, я скажу в конце вебинара, как купить дешевле. Не тратьте лишних денег, я скажу, как с 10% скидкой купить. Но это действительно интересно. Это редкий случай, когда пособие интересно будет не только ученикам, но еще и учителю. А вот такое упражнение, оно непростое. Мне помогли ключи, мне помогли художники. Но давайте мы с вами попробуем вспомнить. Детям будет легче, они это изучают по природоведению, они на изобразительном искусстве изучают. Но, коллеги, давайте мы с вами попробуем сказать. Здесь задание такое. Догадайся и скажи, какой цвет получится. Назови его и раскрась картинки. То есть не просто раскрась как хочешь, а раскрась такой цвет. Blue plus yellow. Коллеги, кто из вас вспомнит правильно? Я могу по ключам проверить. Кто из вас правильно вспомнит смешение синего и желтого цвета? Какой цвет даст? Green. Великолепно. Следующее. Red plus blue. Какой цвет будет? Я сейчас открою ключи, потому что у меня не очень тесное общение с изобразительным искусством. Я имею в виду в плане как потребитель, да, посмотреть, восхититься я могу. Итак, коллеги, brown не совсем brown, но близко, конечно. Еще разок. Red and blue. Кто отгадает? Purple. Верно. Отлично. Следующее. Yellow, red and blue. Три цвета уже смешиваем. Это медвежонок. Вот с медвежонком как раз brown. Правильно. И с цветочком, например, red and yellow. Давайте вспомним. Orange. Отлично. Посмотрите, маленькая такая разминка. Интересный это пример для повторения цветов. Вот именно в таком виде. Не посмотри на картинку, скажи, какого она цвета, а повтори цвета вот действительно вот так. Это довольно интересно. Причем здесь же мы можем, если мы хотим сказать детям, что бывают цвета primary, которые сами по себе существуют, бывают цвета secondary, которые достигаются смешением, а бывают еще и tertiary colors. Ну, здесь, наверное, вряд ли в начальной школе стоит об этом подробно рассказывать, но, тем не менее, это момент интересный. А в ключах посмотрите, пожалуйста. Вы видите, у нас просто даются картинки, уже закрашенные так, как они должны были бы быть закрашены. То есть, даже если ребенок подсмотрит в ключи, ему итоговый цвет все равно по-английски назвать придется. Для того, чтобы у нас же задание «назови», скажи, какой цвет получится. Следующий тип развития творческих способностей – мы учим детей рисовать и делать поделки. Упражнение номер 5. Посмотрите, дети учатся, как можно нарисовать черепашку несколькими простыми шагами, как можно нарисовать мышку. А все это, каждый рисунок делается из овала. То есть, оказывается, очень просто, даже если не умеешь рисовать, черепашку и мышку всегда сможешь нарисовать. При этом мы просим назвать животное и описать, то есть, что они любят делать, что они умеют и прочее. В рамочке даются слова. Те слова, которые дети, скорее всего, знают, они даются без перевода. Эта книга называется, так и называется, как семинар «Английский язык. Развивающие задания. Стихи и песни для начальной школы». Посмотрите, есть слова, которые переводятся. «Байт», например, не каждый ребенок в начальной школе будет это слово знать. А какие-то трудные слова еще из транскрипции даются. Например, «тотос», «крол» и «скэри». Мы пытались здесь очень аккуратно подходить к переводу и транскрипции, чтобы, с одной стороны, не делать слишком большую информацию для ребенка, не отвлекать его, а с другой, поддержать наверняка, чтобы ребенок знал, понял все. И посмотрите, мы не просто делаем оригами поросенка, тоже довольно небанальное и в то же время достаточно легкое оригами, здесь все понятно по картинкам, но мы просим ответить на вопросы. И вот у нас вопросы. How big is your pig? Is your pig clean or dirty? Where do pigs live? What do pigs eat? И так далее. То есть целый рассказ. Наблюдение за окружающим миром. Тоже довольно интересно. Вот, кстати, в ответ на вопрос Марины Тарасовой, я думаю, что мои коллеги вам сейчас ссылку дадут прямо на страницу в интернет-магазине, где эту книжку взять. Можно страницы скачать, аудио скачать и прочее. Посмотрите, мы наблюдаем за погодой. Но у нас не только погода, климат, время. То есть мы повторяем некоторые темы, о которых мы уже говорили, про окружающий мир, про прочее.
Но посмотрите, мы познакомились с погодными символами, научились говорить. Затем у нас следующее задание, и мы сейчас к нему вернемся. Надо разделить животных и насекомых на дневных и ночных. А потом мы продолжаем говорить, наблюдать за окружающим миром. У нас есть вот такой погодный дневник. Мы просим детей в течение 3 дней наблюдать за погодой и заполнить этот дневник. Например, day and night temperature, the sunny and cloudy hours, rainy or snowy episodes, было или не было, и что было, дождь или снег, weather anomalies, были ли какие-то погодные аномалии, например, очень сильный ветер или что-то еще. И, наконец, помните, мы говорили про эстетическое восприятие. Most beautiful moments and views. И затем рассказать о погоде. Дается образец. Например, day one is sunny, the temperature is plus 15 degrees Celsius, the day is windy. Это то, что сможет и ученик сказать. Коллеги, вот насчет электронного варианта. Вы знаете, электронный вариант здесь не поможет. Здесь очень много работы на бумаге. Поэтому даже если вы возьмете PDF и выложите на планшете, все равно тут же вписать надо, сделать и прочее, раскрасить. Но не хватит ребенку электронного варианта. Хотя, конечно, можно попробовать. Скачайте те страницы, которые выложены в интернет-магазине, их там немало. Попробуйте поработать с планшета. Это будет неплохо. Звук вы тоже можете скачать. И давайте мы с вами немножечко попробуем разобраться. Мне, например, это упражнение было непросто. И мы проверяли в энциклопедии все. Давайте мы попробуем вместе с вами сказать, какие из этих животных ночные, а какие из этих животных живут днем. Я сейчас у себя, как вы слышите, наверное, по шороху, я сейчас у себя открываю ключи к заданию. Это юнит 8. Давайте мы сделаем так. Я вам буду называть животное, а вы мне будете писать в чате, ночное оно или дневное. И проверим, насколько это все просто. Итак, a bat, летучая мышь. Давайте напишем night или day. Night, конечно. A hamster, хомяк. Хомяк ночное или дневное животное? Day, конечно, он днем живет. А вот утром сегодня некоторые коллеги сказали, что это ночное животное, потому что ночью он поесть встает. Но в таком случае многие мои знакомые люди тоже ночные существа. A cockroach. Таракан. A cockroach. Night. Ночное, к сожалению, насекомое. A hedgehog. Ежик. Ночью живет или днем в основном. Night time. Ежики тоже ночные животные. A cow. Корова. Дневное, конечно же. То есть, видите, что-то детям знакомо, понятно, что-то посложнее будет. И, наконец, мы все не будем делать, просто еще одну назову. Koala. Koala bear. Так. Некоторые пишут ночное, некоторые дневное. Коллеги, коала – это ночное животное. Он днем спит, а ночью выползает и очень не спеша, меланхолично, задумчиво жует листья. Ну вот это вот интересно. Детям тоже будет непросто это сделать, они могут что-то вспомнить из природоведения, что-то еще, вот кого-то, видимо, удивила эта информация. Коллеги, а вам самим такое упражнение интересно, скажите мне, пожалуйста, или это больше все-таки для детей? Вот очень приятно, Тамара пишет, интересно. Это действительно интересные вещи, потому что мы сами узнаем что-то новое и расширяем. Про язык-то мы много чего знаем. А вот окружающий мир – это бесподобный, великолепнейший источник информации. И себя проверить можно. И можно проверить, кстати, и по ключам, и попробовать самим поотгадывать. То есть это тот случай, когда удовольствием будет вести занятие, добавлять такую информацию. И неважно как. Либо вы ее к учебнику по чуть-чуть добавляете, либо вы просто отдельные занятия ведете. А вот еще посмотрите, в рамках этого же юнита, что делается знание об окружающем мире. Вот у нас есть задание, вычеркни лишнее слово. Здесь более однозначно, например, warm, cold, foggy. Тут понятно с этим. А вот номер 4 упражнений. Изучи карты и расскажи об этих странах. На картах у нас есть обозначение и погода, и какие животные там живут. То есть мы повторяем эти темы. И то, что там, например, Исландия – это северная страна, но мы видим, что там есть теплые источники, гейзеры, там есть вулканы. А вот у нас Индия. У нас есть полезные фразы, useful phrases. Is, there is, there are, и как про погоду сказать, the highest, lowest temperature, у нас здесь есть вот эта вся информация, которую можно дать. То есть мы строим маленький рассказик с опорой на картинку. Но монолог с опорой на картинку, это же не только начальная школа, это еще и экзамены самые разные.
Ну, посмотрите, вот эти вот картинки, которые нам помогают. А, кстати, как вы считаете, а сами картинки детям понравятся? Или они скажут, ой, вот мы в мультфильмах совсем другой стиль видим? Я думаю, что понравится. Книжка яркая получилась. Ее, с ней действительно интересно работать. И даже если сделать ксерокопию, будет картинки черно-белые, ну, не так будет интересно. Давайте еще посмотрим. Вот непростое, но тоже интересное упражнение. Здесь мы опираемся на реально речевые ситуации. Посмотрите, пожалуйста, нам надо установить соответствие между фразой и картинкой и объяснить эти соответствия. Причем, посмотрите, у нас фразы какие? У нас могут быть, например, название того, что мы можем там увидеть. У нас может быть фраза, которую можно там услышать. Это не очень просто на самом деле, но это очень интересно. Но и посмотрите, это 10 юнит, я говорил, 10 юнит самый сложный, уровень сложности растет. А у нас есть какие-то ситуации, описанные этими фразами. А, и здесь можно играть как в морской бой. Например, посмотрите, A1, A2, A3, A4 и прочее. Например, мы читаем фразу, наш собеседник отгадывает, что это за картинка. Если он правильно угадал, он подбил, в кавычках, кораблик. Если он неправильно угадал, у вас преимущество, выстрел за вами. Давайте мы попробуем с этим поиграть тоже. Итак, посмотрите, пожалуйста, на картинке. У нас есть filling station, grocery store, library, ice cream cafe, shopping center, train station, car park, walking zone, police station, taxi park, bus stop, fun park. Конечно, можно было бы парк назвать и amusement park, но это, наверное, трудноватое слово для начальной школы. Это можно и fun park назвать. Pizza restaurant, chemist shop, underground, Swan Lake. Давайте попробуем разобраться. Например, вот Галина пишет, хочу с внуками позаниматься по ней. Вот как бабушка сразу и как педагог вы сразу оценили действительно именно прежде всего развивающий потенциал. То есть язык здесь интересный. Но давайте попробуем. Итак, hot day 1, A4. Ольга Грехова сразу уже отгадала. Правильно, ice cream cafe. Wait and travel. А здесь где? Потому что ведь много где придется подождать перед тем, как ехать. Как вы считаете, номер два? Вот даже для пятого класса очень пригодится такое задание, конечно же. B2, train station. Может быть, можно объяснить, почему, потому что поезда ждать приходится. На самом деле не совсем, потому что у нас есть номер 9, rails. И rails как раз к train station относится. А какой еще может быть вариант? Wait and travel. A1, filling station. Ну, заправка, она не обязательно подразумевает именно ожидание перед поездкой. Хотя, да, есть какой-то элемент, где еще можно. А где мы еще можем ждать транспорта? D3, underground. Underground не подойдет, тут есть фраза no road jams. То есть это не такая проигра на самом деле. No road jams, там нет пробок. Вот это как раз underground. C3, bus stop, правильно. Потому что есть классическая ситуация wait for the bus. Правильно? А, например, cab. Здесь как раз все просто будет. Cab это 3C, да, bus stop. Или вы это говорили. 1A cab, filling station. Нет, такси, заправка. Такси, конечно, может там заправляться, но у нас же есть, посмотрите, C2, taxi park. Поэтому cab относится туда. А merry-go-round, здесь абсолютно четко, я думаю, тут никак не ошибиться. Merry-go-round, где у нас может встретиться. C4, получилось. Коллеги, интересно? Я думаю, что интересно. Мы, конечно, могли бы и дальше поговорить, например, you like reading, и тогда это library. Мы можем говорить, а вот, например, pay and leave your car. Это, конечно, не police station, там у нас hooligans. Pay and leave your car, это у нас, где у нас эта картинка? Это car park, парковка. То есть не просто есть чем поработать, поэтому это упражнение не на 5 минут. С ним можно играть несколько раз, возвращаться и возвращаться и возвращаться. И даже когда его дети изучат, они не так сразу запомнят, потому что на самом деле посмотреть на 16 картинок, 16 фраз, и причем фраза-то не просто то, что можно услышать или знак, а вот здесь как раз мы достраиваем целую речевую ситуацию на основании фразы и прочее. Мы как раз учим детей вероятностному прогнозированию, где это может быть, с чем это связано, и мы развиваем системное мышление. Так что это тоже интересно.
А речевое творчество может и в таком заключаться. Посмотрите, какой необычный кроссворд. Мы говорим, сплети паутину из слов, в начале и конце которых одинаковая буква. Например, мы смотрим на определение и смотрим, какое же слово здесь подойдет. Номер один. It flows to the sea. Мы смотрим на кроссворд, мы видим, сколько у нас букв должно быть в слове. Номер один. Коллеги, кто первый напишет, что это за слово? It flows to the sea. River. Не так сложно, и дети тоже с этим справятся. Номер два. An exclamation of surprise. Начинается и заканчивается буквой W. Wow! С этим как раз у школьников проблемы не будет. Третье, посложнее будет. A bird that can attack small animals. У нас эта птица встречалась в предыдущих юнитах. Eagle. Замечательно. Нашли. Кто-то на русском языке, но тоже с одной и той же буквы начинается. Eagle. Ну, давайте еще одну. The sound that lions make. Львы у нас рычат, поэтому raw. Конечно. Посмотрите, сколько, какой необычный кроссворд, но ведь это действительно слова, которые с одной буквы начинаются и заканчиваются. И тут же можно предложить детям подумать, а какие они еще похожие слова знают и знают ли. Или в словарях дома поискать. Можно детям рассказать про фразы палиндромы, которые сначала и с конца задом наперед читаются одинаково. И английские такие фразы есть. То есть на самом деле, если класс сильный, если им это интересно, вы можете расширять это упражнение очень многими способами. Если класс пока еще не почувствовал удовольствие, хотя к 10 июня они удовольствие почувствуют от вот именно такого речевого творчества, вы сможете и другими путями пойти. И просто хотя бы вот это сделать, и уже будет интересно. То есть это задания, которые стимулируют, направляют на творчество. А давайте глянем вот на такое творчество. Мы учим детей тому, что такое акростих. Это стихотворение, в котором из первой буквы каждой строки образуются слова. У нас есть вот такое стихотворение, и мы говорим детям, прочитай стихотворение и составь слово из первых букв в каждой строчке. Какое слово получилось? У нас получилось ice cream. А теперь, просим учеников, напиши свой собственный акростих, чтобы твои друзья составили слово из первых букв в каждой строчке. Твое стихотворение не обязательно должно быть в рифму, и можешь написать всего 4 строчки. Вот такое упражнение. Вот у нас Ирина Жаркова к предыдущему упражнению и следующее уже сделали, treat. То есть на самом деле интересно, это увлекает и хочется делать дальше и дальше. И акростих тоже можно написать. У нас прямо есть кусочек, куда можно написать вот эти вот вещи. Да, такие задания действительно детям нравятся. И очень приятно, что это стимулирует творчество. Но помните, мы говорим еще и про эстетическое развитие. Мы показываем, как красиво в разных жанрах можно поработать. Мы учим писать произведения разных жанров. То есть красота не только в картинках, она в языке. И мы пытаемся понять, помочь детям почувствовать эту красоту. Это очень важно. Ну и, наконец, стихи и песни, как я говорил. У нас, на самом деле, мы почти подошли к концу самого вебинара. Как я говорил уже, он у нас короткий, вот как раз отвечаю на вопрос, до скольки вебинар. Мы сейчас слушаем стихотворение, и у нас пара слайдов остается буквально. Мы в час уложились. Но давайте посмотрим. Помните, я говорил про моторику. Я не буду описывать игры, которые здесь тоже есть подвижные. Но вот такое задание. Послушай песню. Когда ты слышишь слово school, хлопай в ладоши, а когда слово go, топай ногами. Прочитай и спой песню. Коллеги, давайте мы послушаем эту песню вместе с вами. Я напомню, я скажу, где ее скачать, если вам захочется это сделать. Давайте послушаем песню и вспомним, что есть еще и караоке-версия. Как вы считаете? Я эту песню, одну из 10, выбрал, потому что она очень хорошо передает дух этой книги, где говорится, что, например, «We go to school to learn and play». Здесь действительно очень много игровых моментов. Я бы эту песню использовал бы, например, ее можно и с маленькими детьми использовать, она достаточно простая в начале года учебного, но ее можно использовать и прямо сейчас, в конце года, для того, чтобы дети вообще вспоминали, зачем же в школу мы ходим и что там есть хорошего. Готовы послушать эту песню? Готовы. Ну тогда я запускаю. Сейчас у вас картинка исчезнет, но зато включится песня. Итак, слушаем. И попробуем сказать, понравится она детям, как вы считаете, и удобна ли она для вас, как для учителей. We go to school to read and write to school. We
Вот такая вот песня. Она достаточно простая. Но помните, мы же каждый раз, когда слово school слышим, мы должны в ладоши хлопнуть. А каждый раз, когда мы слышим слово go или поем его, мы еще и ногой топнуть должны. А это непросто. Если вы вспомните темп, вам придется, смотрите, we go, топаем ногой, we go. To school we go. И это на самом деле очень подвижная песня, она тут же превращается в танец. Действительно, это как и динамическую паузу можно использовать, и самыми разными вариантами. И драйв будет за счет вот этого, за счет вот такого необычного яркого подхода именно к песне. То есть поработать можно много с чем, и многие вещи использовать. Итак, коллеги, вот перед вами ссылки, где найти. Я, как вы понимаете, мы движемся к концу. Моя задача была показать, как можно с необычными подходами привычные виды речевой деятельности превратить в развивающее упражнение, как им добавить развивающего характера. Например, вот как мы работаем с песнями, один из способов из многих. Вот как, например, можно поработать с кроссвордами. Вот как можно интересную информацию найти даже для учителя и прочее. И физкульт-минутка, вы знаете, там таких песен много, которые можно как физкульт-минутку. Я еще раз напомню, как мы уже сегодня говорили, что и стихи, и музыку написал к этим песням один и тот же человек. Это автор, это Радислав Петрович Мильрут. Более того, я по секрету скажу, мы когда эту музыку сначала слушали, песни, и ноты Радислав Петрович тоже записывал, Радислав Петрович прислал варианты, которые он сам играл на синтезаторе, и потом уже, только после этого мы когда получили, мы уже тогда сделали аранжировку, и певица это все записывала. Итак, коллеги, аудиоприложение и полный словарь по ссылке, которая вверху, она в чате у нас уже давалась. Саму книгу можно посмотреть на englishteachers.ru, скачать оттуда страницы. И теперь, как я обещал, как же эту книгу приобрести со скидкой, дешевле? Все довольно просто. Только для участников вебинара, это действительно так. Но, конечно, если вы кому-то из ваших коллег скажете, то ничего в этом страшного нету. В течение недели эта скидка действует. У вас есть возможность приобрести со скидкой в 10% книгу «Английский язык. Развивающие задания. Стихи и песни для начальной школы». Как это сделать? Коллеги, запишите, пожалуйста, код. Потому что вам надо по электронной почте отправить заказ на адрес shop@title.ru. Или, если уж говорить по-английски, shop@title.ru. В письме надо написать, сколько вы хотите экземпляров. Один, два, может быть, вы прямо вообще хотите для нескольких детей. Там для своих родственников, для класса, что-то еще. Ну, за несколько дней можно действительно решить, сколько. Ваша фамилия, имя, отчество и почтовый адрес, на который книжку нужно будет отправить. У нас есть на самом деле другие способы доставки. Это и курьерская доставка, экспресс-доставка, точнее ЕМС. Это и доставка СПСР курьерская. Мы сейчас добавим в течение ближайших месяцев, месяца полутора, то есть до конца учебного года, у нас появится доставка и Пикпоинт, и Боксбери, я думаю, то есть разные способы, там, где просто вам могут быть доставить не до пункта выдачи, не до квартиры, а, например, в торговом центре, вот эти вот пикпоинт вы пришли, набрали свой код и получили. И вам помогут всегда, если вы напишете по электронной почте, потому что код действует только при заказе по электронной почте, в магазине такой скидки нет, это только для участников вебинара. Если вы вот такое письмо напишете, вы можете указать, как вы хотите, чтобы вам доставили. И вам всегда помогут менеджеры сделать так, чтобы это было наиболее для вас удобно и дешево. Потому что книга стоит порядка 200 рублей. И 10% это 20 рублей скидка. Подешевле, если несколько книжек, то там набирается уже больше. Коллеги, все записали себе скидку, этот код? Потому что если вы записали, я буду перелистывать слайд в другую сторону. Ну что ж, отлично. Если записали, это очень хорошо. Обратите, пожалуйста, внимание, уважаемые коллеги, вот на что. У нас кроме интернет-магазина, кстати, в интернет-магазине не только продаются книги издательства «Титул», там есть, например, игры настольные разных издательств, российских и британских. Причем мы напрямую договариваемся с издательствами, поэтому цены здесь ниже, чем в обычных магазинах, и там игры начинаются от 300 рублей, по-моему, наборы карточек, фантов, от 300 рублей, 300, 400 рублей, это все-таки более доступная цена, чем попадается в магазинах. И британские игры там порядка 1000 рублей стоят, но самые разные, страноведческие и прочее. Там же в интернет-магазине есть книги для чтения, и художественные книги, например, книги Джоан Роулинг, британские издания, и книги для чтения методом Ильи Франка, есть книги с наклейками, книги раскраски есть, есть интереснейшие развивающие книги для маленьких детей, там разбираются разного рода на историях
моральные ситуации, как научиться не бояться и прочее, прочее. То есть, когда мы говорим про развитие, я показал вам только одну книгу, которая вышла совсем недавно, а там есть еще что посмотреть. Можно ссылку в чат, ссылку на интернет-магазин, да, конечно, вам сейчас пришлем. Это вот englishteachers.ru shop. Вы заходите на сайт englishteachers.ru, кликайте в интернет-магазин, заходите и там прям по категориям смотрите. Для дошкольников, для педагогов и родителей вот эти книги, книги для чтения и прочее. Я вам сейчас напишу этот адрес. Но это точно там же, где вы регистрировались на вебинар. Просто вы кликаете вкладку «Интернет-магазин». И в социальных сетях у нас регулярно конкурсы проводятся, где можно выиграть. Конкурсы очень простые, чаще это конкурсы репостов, где можно выиграть просто книжку бесплатно получить. И, кстати, коллеги, есть ли среди вас учителя из Москвы? Если есть учителя из Москвы, я вам скажу кое-что интересное. 21 апреля, да, будет фестиваль педагогических идей. У меня там будет очень-очень короткое выступление, но мы готовимся объявить совместно с Московским институтом открытого образования, совместно с Единой независимой ассоциацией педагогов города Москвы, мы готовимся объявить два конкурса. Первый конкурс короткий для учителей, второй конкурс, который все лето будет идти до 15 августа, это для детей и их родителей. Я расскажу 21 августа, апреля, и мы опубликуем информацию. Поэтому будет желание, принимайте участие. Я вас, надеюсь, заинтриговал. А теперь я вам дам информацию о том, как получить сертификат. Коллеги, мы не только для москвичей будем проводить конкурсы. У нас есть онлайн-конкурсы, которые в соцсетях в наших группах проводятся. Ой, кстати, коллеги, я совсем забыл вот что. Мы же выпустили мобильное приложение для дошкольников и младших школьников. Там как раз есть и озвученные карточки с играми, там есть игры на запоминание и прочее, прочее, прочее. Это приложение абсолютно бесплатно, поэтому я думаю, что родителям можно посоветовать его. Я сейчас просто для вас возьму ссылку. Это приложение бесплатно, можно родителям посоветовать, вместо того, чтобы они покупали решебники. Можно пользоваться этим приложением. Вот оно, сейчас перед вами ссылка. Поэтому, коллеги, сохраните эту ссылку, установите приложение. Там 250 слов. Это половина вообще набора лексики для начальной школы. Оно абсолютно бесплатно, 15 тем. Посмотрите, это любопытная вещь. На форуме на English Teachers такая информация дается. Поэтому сохраните ссылку и скажите, пожалуйста, вы сертификаты все скачали, всем удалось? Потому что мы заканчиваем вебинар, если у вас есть какие-то комментарии, если у вас есть какие-то вопросы, на которые я не ответил, задавайте, я с удовольствием отвечу на эти вопросы сейчас. Если вопросов нет, то мы тогда заканчиваем. Кстати, кроме того, что сертификат скачан, он вам отправился еще и по электронной почте на тот адрес, который вы указали. И каждый раз, когда вы будете заходить под вашим логином и паролем на сайт englishteachers.ru, вы можете повторно этот сертификат скачать. Точно так же. Ну что ж, большое вам спасибо, коллеги. Мы сейчас ждем из типографии еще интересную книгу. Я вам могу по секрету сказать, это «Олимпиады». У нас вышла недавно «Олимпиада для начальной школы». Только-только появилась новая книга. Это про начальную школу. У нас готовится, мы ждем из типографии книгу «Олимпиада для 8-11 класса чтения». У нас выйдет сборник «Олимпиад для 8-11 класса», где все разделы будут. То есть на самом деле новые издания интересные готовятся. У нас сейчас идет работа, мы летом выпустим к началу нового учебного года продолжение популярного тренажера Елены Русиновой по английскому языку, тренажера по чтению. Так что на самом деле есть о чем рассказать. Очень большая работа, много интересного, но мы будем еще про отдельные издания рассказывать. Ну что ж, коллеги, спасибо вам большое. То есть, я к чему это говорю? Зайдите в интернет-магазин и кликните на ссылку «Новинки», и вы увидите много других интересных книг. Ну что ж, коллеги, на этом мы тогда заканчиваем. Заходите на форум, если есть вопросы, задавайте. С удовольствием постараемся ответить. Много интересного появилось. И посмотрите на это мобильное приложение «Тинки-линки». А мы еще по секрету скажу, готовим к выпуску мобильное приложение «Я». Тренировочные тесты для ЕГЭ и тренировочные тесты для ОГЭ. Я надеюсь, что в конце апреля они появятся, и вы в мае сможете еще ученикам сказать, где можно потренироваться. Так что это тоже любопытная новость.
Ну что ж, коллеги, большое спасибо. Мы вебинар заканчиваем. Я вам желаю доброго вечера для тех, у кого уже совсем поздняя ночь, особенно те, кто из других регионов. Спасибо вам за то, что вы потратили ваше время и силы, чтобы зайти на вебинар. И приходите снова. Кстати, про развитие детей будет проводить вебинар скоро Алена Евгеньевна Козеевича. Там будет о чем поговорить тоже об интересном. Поэтому спасибо вам большое. Приходите, мы продолжим эту тему, потому что это действительно полезно. Ну что ж, мы вебинар заканчиваем. Ссылка на код сертификата, она будет перед вами еще, даже когда мы закончим. И до новых встреч, коллеги. До свидания.